Экскурсия Владимира Ружицкого по гимназии «Интерес» началась с презентации электротехнического кружка. Недавно его воспитанники принимали участие в Московской областной олимпиаде по робототехнике. Представители учебного заведения стали призерами соревнования. Главе продемонстрировали инновационного робота, сделанного учеником 2 класса гимназии номер 16. Есть световой датчик, то есть может работать и ночью, и днем. Если солнца нету, можно подключить к нему газовое оборудование или найти ближайший пункт подзарядки. Затем главу Люберецкого района и города Люберцы ознакомили с работой химико-биологических классов. Это направление пользуется особой популярностью. Большая часть выпускников по окончании гимназии поступают в медицинские вузы. Среди наших выпускников есть уже результаты. Победитель регионального этапа и призер заключительного этапа по химии и биологии Пушкин Дмитрий. И в заключение встречи ученики гимназии, будущие журналисты, взяли у Владимира Петровича интервью. Главу города пригласили в телестудию, где его ожидали юный корреспондент и телеоператор. Готовы? Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях глава города Люберцы и Люберецкого района Владимир Петрович Ружицкий. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Учиться азам журналистики воспитанникам гимназии номер 16 помогают сотрудники Люберецкого районного телевидения. В этом году для ребят неоднократно проводились мастер-классы, во время которых они узнавали много интересного и полезного о своей будущей профессии. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.